В середине 21 века человечество выкачало из Земли все ресурсы и оказалось в очень неприятной ситуации. И тут нашлось кое-что интересное. В песках под развалинами самой древней из известных цивилизаций археологи выкопали следы существ, которые жили еще раньше и были очень продвинуты в техническом плане. Все, конечно, обрадовались. Появилась надежда свалить с матушки Земли куда-нибудь на другой конец Вселенной. Впрочем, как всегда, человечество ждал жестокий облом. На Землю внезапно налетела орда кровожадных инопланетян. Через 3 года боестолкновений люди, как говорится, оказались на грани полного уничтожения. От безнадёги лидеры землян вспомнили про ключ к вечности, артефакт, оставшийся от древней цивилизации. Британские ученые доказали, что ключ может открыть портал в определенную точку в прошлом и всех спасти. Оставалось его как-нибудь активировать. Всем привет, друзья мои! С вами Алмазный Клевер. Ну, здоровайся! А, всем привет, друзья мои, с вами Алмазный Клер. В общем-то, ребята, сегодня мы с Клером будем играть в игру Сириус Сэм или же Крутой Сэм 3. Вот. Да. Клер меня уговорил на эту игру. Она ему очень понравилась. Ну что, Алмазный меня уговорил убрать кровище. Я хотел с кровища, он не дает с кровища. Ага, там на весь экран такие пятна, нельзя так. Дети, говорят, плакать будут. Дети плакать будут. Так, все, короче, выходим. И здесь первый монстрятина. А от третьего лица можно сделать? А, нет. Смотри, смотри, смотри. Вот. На! На! Давай, да, мочи его. Мочи его. Во, беда, смотри, я ему глаз вырвал. Ух ты. Смотри, видишь глаз? Да, я тоже ему. Да, ему глаз вырвал. Не, видишь а он глаз? Ушел. Да. Да. Пожарим? Я в тебя глаз кинул. Давай пожарим. Пошли. Он на яйцо похож. Иди сюда. Да, да тут-то я, тут-то. Здесь, короче, вот молот лежит. Кто? У тебя здесь есть кувалда? Взял? Да. А как брать? Просто подойди. Вот, все, да. Пошли. Так, нам отсюда нужно спуститься. Прыгаем. А вот сюда, на это здание, прыгай. У-ху! Ай! Поздравляю. Не долетел, ха-ха-ха-ха. Я с разбега тогда. Тихо-тихо-тихо. Ты как запрыгнул-то? Да ты сюда-то иди. Ты вообще не там сейчас. Да? Обойди туда, где кувалда. Вот, правильно идешь. Да-да-да-да-да. Ко мне иди. Вот, прыгай. Вот, подожди, я сейчас убавлю чуть-чуть. Так, настройки графики. Странно. Хотя нет, а нормально. А что ты убавишь-то? Нечего убавлять. А то у меня что-то FPS-ики какие-то маленькие. Так, не ломай. Так, а чего разломать? Дальше отсюда спуститься. Дальше фу, нам... Напылил! Напылил! Вот сюда иди. Так, теперь на балкон. А с балкона нам туда как-то надо. Вау! И ты как на балкон залез? На Shift нажми, это ускорение. Ну ладно, и так можно. Все, пошли. Так. Итак, мы оказались... где мы оказались? А, монстр! Это твой! Долби! Ура! О, молодец! Все, пошли. Там, короче, иди сюда, быстрей. Подожди, иди, я кишки смотрю. Да иди сюда! Тут чуваку бошку оторвали. Пошли сюда! Иди. Тут, короче, сейчас такая фигня будет. Где-то тут. Или здесь. В общем, где-то здесь должна быть фигня какая-то. Вань. Прикольно. Пошли. Вот сюда иди. А стены можно ломать? Теперь за мной иди, за мной иди. Нет, стены нельзя ломать. Здесь, короче, должен гигант проходить. А откуда я это знаю, я просто до этого момента дошел, гигант прошел, и я больше не стал. А, обкакался и убежал, да? О! Или здесь он должен пройти. Где гигант? Пошли. А я ему бошку сейчас только снес, ты да чё, нет, забылся?
гигант, а вот именно что гигант, он здесь сейчас пройдет. Смотри, зырь, иди сюда. О! О, видишь? Вон он! Видишь, какая фигня? Стоп! Гадина! Да подожди ты! Подбери здоровье! Ага, молодец! Так, глаза стой! Я его завалил. Он сдох. Так, пошли. Тихо. Фу, пошел вон. Фу, все, растворился. Они что, лопаются, что ли? Типа того. О, на, это твой, быстрее, бери. Я одного, и ты другого, бери. Да подожди ты. Надо же попасть еще, где он, блин? На, да блин. Ух ты ж, блин, это, офигеть. Это я его? Мне 13 хп осталось. Иди сюда, здесь это, аптечки лежат. Вон сидит, смотри, серит. Аптечки подбери вот здесь. Ты где? Вот здесь аптечки подобрал? Нет там ничего. А, во! Да. Так, теперь иди сюда, за мной. Ты где? Смотри, да вот я еще иду. Аптечка. Ладно, тебе не нужна еще аптечка, я так понимаю. Идем дальше. О, слышь, базарит. Да. О, аптечки, аптечки, быстрее сюда иди. Ты где? Обратно, иди сюда. О, аптечки. Да, едь. О, аптечки. Да. Что орёт-то? Да вот, гадина в глазах. О, аптечки. Да, я про них и говорил. Вот, здесь нам надо спасти мир. Да, и это только начало. Там, короче, по сюжету инопланетные захватчики пришли захватить Землю, и мы единственная надежда Земли. Я и Клевер. Иди сюда. Я стену ломаю. Пошли, блин, стенолом. Нам вот сюда нужно, короче, идти. О, зырь. Какой-то мужик с бластером безголовый. О, все. Мне кажется, или они с одного удара кувалды разваливаются? Да. Офигеть, вот это мы крутые, действительно. На, вот в эту сторону иди сюда. Ты где? В эту сторону? Не в эту, а, вон ты. На шифте, если что, ускоряться, чтобы быстро бежать. Большая аптечка. Десятку восстанавливает. Иди сюда, около киоска, видишь? Ага. О, зырь, вверх, смотри. Это чё? Чё вверх? Ты видишь? Ой, камень. Ты гигантский космический корабль в небо видел? Нет. Здание видишь, рушится? Да. А космический корабль над ним видел? Нет. Гигантский такой, это он мне выстрелил, короче. Иди сюда, еще одна большая аптечка. Вот она. О, сзади. О, все. Они только успевают разлетаться. А их дофигища здесь. Офигеть. А эти... Первая это инопланетяне. Слышь, мы тупо бежим и кувалды их долбим. И все. Подожди ты. Бум. Откуда у тебя дробовик? У меня дробовика нету. А, мне показалось, что ты стрелял. А да, вот меня стреляли туда. Да, все, я понял. О, зырь, тут фигня какая-то синяя, зырь. Броня плюс один. Иди сюда, где? Вот. Вот здесь броня лежит. Вот, молодец. Так, стоять, мы еще здесь. Еще броня. Плюс 10. Иди сюда, не в ту сторону. Аптечка полная, да большая, быстрее, в ту сторону. О, 10 плюс. Стой, теперь за мной беги. Большая эта броня там лежит. Вижу. О, вижу. Вот, да, подбери. А нам все равно. Ладно, я каску одел. Так что сейчас хана всем. Ой, здесь еще два здоровья, иди сюда. Ты где шаришь-то? Вот он я, за твоей спиной. Если что, видишь справа наши два ника, смотри на стрелочку и на метр. Вот, иди сюда. Иди сюда. Вот тут еще два хп лежат.
Так, здесь вроде больше ничего нет, все, пошли дальше. Пошли! Ты че так быстро бегаешь-то? Так ты на shift нажимай. У меня пальцы короткие. Так, левер. Это плохо. А ты себе растяни. О, стой, иди сюда. Сюда, сюда, быстро. Пистолет. Зелененько. Пистолет. Ура! У нас пистолет есть. А патроны? Ю-ху! Патроны. Патроны только 10 штук. Только 10 выстрелов. Береги. Давай, ты будешь стрелять, стой, назад, буду. Назад, 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 стой. Ай, кто-то бежит. Дурак, что ли, блин? Чё не сказал-то? Я сказал, кто-то бежит. Я за тебя патроны стратил. Все, пошли туда. Нам туда нужно. У меня теперь патрона нет. У меня ты на шлиф нажми и удерживай, чтобы ускоряться. Тихо, тут идет. Чувак, баба. Так. Все, расстреляем. Ты смотри, они не это. А! Гренадер бежит. Нагад, я тебе шарапулю вырву нафиг, а? И тебя кину. Нет, у нас бесконечный патрон. Да? Походу на то. Иди а нахуй, бомбила. Ай, он взорвался прямо рядом со мной. А че не сказал, что бесконечный? А я, блин, без оружия тут мочил, глаза вырывал, блин. Знаешь, как страшно было? Слушай, у нас мало хп осталось, у меня только 12. Аптеки, аптеки, быстрее сюда! Где хп-то? Вот они, здесь, 4 нет, хп. Смотреть! Так, опять Арун бежит. Мамочки! Нафиг, иди нафиг! Нафиг пошел. Слушай, а игра начинает становиться интересней. Я ну, немножко так... ошибся с тем, что это игра говно. Так, а дальше-то куда нам? Нам дальше надо... Вот сюда, иди а, сюда. А, во, нашел. Вот сюда нам надо. Не, броня я нашел... Броня большая. Подбирай. Я нашел, где здоровье, во. Внизу, 33. Так, ты не знал, и там же броня. Точно. Так, на-на-на-на. Тихо, орёт. А-а-а, где он? О, все, сдох. Так, Лер, знаешь, давай заканчивай. Сзади! Давай заканчивай. Давай. Вот, вот сюда, ребят. А в этом выпуске, давай вот сюда заходи. Вот сюда. А, испугался? Почему надо от них спрятаться куда-то? В общем-то, ребята, в этом выпуске мы с Клеером поиграли в игру под названием Serious Sam 3 или же Крутой Сэм 3. А на этом пока все, друзья мои. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал Клеера, вступайте в мою группу ВКонтакте. С вами Алмазный Клеер. До новых встреч на канал Клеер. Скажи пока. Всем пока! Та-на-та-на-та! Да, мы крутые, как этот Сэм. Да. Пока-пока.